всем добрейшего вечера. С наступающим, ёпта! Очень радостно вынести свои задницы снова в очередной раз на сцену. У нас обновление. Для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению. Сегодня мы презентуем нового ударника с большой буквы, который пожалел наши бедные головы и решил подыграть нам. Надеюсь, долгое время останется. Поэтому поприветствуем товарища, который положил свою голову на Doom-алтарь. Ну и, собственно, сегодня старая ржавая, чуть-чуть со сбитой ржавчиной железа. Особо мы ничего не затачивали, смысла большого нету. Телеги старые, но некоторые из них очень редко игранные. Moses and Merneptah. Это, если что, про древнеегипетских упоротых пастухов. Thank you.
Thank you.
Один из капролитов, который играется очень редко за всю многолетнюю историю, наверное, исполнялся раза два всего. Одна из немногих композиций на русском языке, если можно так назвать. Тексты приближаются к абсурдному, называется песня абсолютно непонятно. Мукеду.
тут какие-то такие пироги иногда пекутся. Ладно, давай без моей добры. Темплар свинг. Ты что играем сейчас? Темплар свинг. Хорошо. Все, что в дропе, все где-то либо в Египте, либо около Египта. И про упорку. Не быстро, не быстро. Как? Так? Потянет? Покачёвый? Грув? Не хочешь грув? Templars fucking swing. Thank you.
Thank you.
морские бескрайние просторы. Маримото. Thank you.
считаю, краш-тест прошел успешно. Барабанщик взят на работу на полную ставку. Будешь теперь меня до дома прямо подвозить, в смысле. Спасибо огромное всем вытерпевшим, пришедшим, посетившим. Спасибо. Мы постараемся почаще в ближайшие несколько десятков лет выползать.